И всем привет, с вами Низерамос, и мы продолжаем проходить Final Fantasy 2. В прошлой серии мы с вами посетили Дейст, и ничего нам это толку не дало, потому что, ну, мы, конечно, опустили яйцо виверное, куда там надо было. Но что нам это дает, вообще не ясно. Кстати говоря, мы же можем вот сюда вот приземлиться. Я так полагаю, нам в Альтаир надо. Чтобы как-то посовещаться с кем-то по поводу того, что делать дальше. Потому что идея призвать на помощь драгунов как-то немножко облажалась. Драгунов-то больше и нет. Да и виверн их тоже. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Это что тут творится-то? Простите. Этих врагов раньше тут не было. Та-рам. Мощные, кстати, смотрите-ка на них. Вот этих осьминогов... Ой, осьминогов. Носорогов мы помним, они были боссом у нас на тропическом острове. Творится. По-моему, этого не должно было быть. Либо они просто редко встречаются здесь. Либо случилось что-то, о чем я не знаю. Ауч. Ну, он, в принципе, не слабый. А нам еще в любом случае надо, кстати, в город зайти. Лекарственных накупить. Так, где там Альтаир? Альтаир где-то вообще внизу. А, ну тут все нормально. Значит, действительно просто те враги встречаются там редко. Я просто знаю, что... То есть я теперь буду это с некоторым другим моментом. Так, Альтаир. Да, вот сюда вот нам надо. Так. И так. Вот это как-то дороговато вещица, конечно. Все, давайте еще купим. А, ну этих вещей я накупил. Там-парам-пам. Что случилось с принцессой? Все, что она делает, это смеется, когда я пытаюсь поговорить с ней. Поведение принцессы очень сильно изменилось. Похоже. Она так реагирует на смерть короля, но все же. Хильда ведет себя очень странно в последнее время. Я пытаюсь поговорить с ней, но все, что она делает, это смеется. Могла ли смерть короля так глубоко задеть ее? Просто не знаю, что мне делать, чтобы помочь ей. Можете поговорить с ней, попробовать поговорить с ней из меня? Так, мы последний раз ее видели... Так, не здесь, а вот здесь, по-моему. Фирион. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Мы подождем снаружи. Иди ко мне, Фирион. Ваше Величество.
почему ты просто стоишь там? Мне это не нравится. Теперь ты мой, Фирион. Что ты сделал с принцессой? Не так быстро. Ты змея. Королева вами. Забавно. Действительно. Забавно. Ни хрена себе, юртом. А, ну да, теперь я по ней в воду. Ну, конечно. О, он еще и усыплять умеет. как-то очень слабенько, я бы сказал. Так. Ни хрена себе. Еще и очаровал нашего Гая. Так, берсерк-то зачем? Кто-то охренел, да? Змея-то подколодная. Нет. Хрена, она действительно такая напряженная, я бы сказал. Да ты охренела, да? Змея гадючая. Ни хрена себе. Ты чё, охренела? Так, змея, ты, конечно, уже подохренела, я смотрю. Так. У меня, кстати, да, у меня жизнь у всех есть. А вот левого воскресить стоит. Вообще, жестоко хренотень. Ну, вот и кончилось. Да уж. О. Лео, как ты... Что ты видела? Достаточно, чтобы понять, что тебе не стоит так расслабляться, когда видишь молодых леди, я бы сказала. Где настоящая принцесса? Ужасные новости. Мы только что услышали... В турнире, проводимом в Пламеции, принцесса Хильда в качестве приза. Я иду с вами. Я хочу помочь вам спасти Хильду. Не волнуйся. Я знаю, что вы чувствуете, капитан. Ну, в общем, мы с ребятами будем вашей армией. И у меня есть корабль, так что... В общем, не нужно. В общем, Лева, видимо, будет сейчас заниматься другими делами. Так, Гордон, у тебя что?
Так. Ага, это дает. Кстати говоря, давайте так. А Гаю шлем гиганта. Так, ну, пускай так. Тырым-пам-пам-пам. Ну, теперь становится понятно, почему принцесса так странно себя вела. Если даже драгуны не смогли выстоять против мощи Империи. Так, в общем, что мне теперь делать? Непонятно. Так, где там? О, мой корабль, кстати, далековато довольно. Давайте по речке пойдем. Оп, оп, оп. Оп, оп. Опаньки. Вы издеваетесь, да? Ну ладно, вот вам. Серьезно? Гордон. Ты серьезно, да? Охренеть. Где там Мисидия? Так, не так. Ага. Недалеко на самом деле. Может быть, до Мисидии прогуляться. А, тем более нам все равно сюда. Мы в Паламецию пойдем. Не будем вот так все это дело обходить. А просто вот сюда приземлимся и вот так вот и пойдем. Ну, Паламеция это вот здесь вот. Там в пустыньке. Хотя ладно, не пойду Гордону за оружием. Не, смотрите-ка, этих чайников тут реально много. Раньше их тут не было. Раньше тут волки ходили. Оборотни такие. Чертики там, ну, волки, оборотни с чертиками, которые на нас навешивали помутнение рассудка. Потом бомбы, вот эта куча нежити со спектрами. А вот их я вообще не помню. А тут сейчас одни вот эти рэи появляются. Хотя нет, все-таки сгоняю в Мисидию. Не, все-таки думаю стоит, потому что, как показала практика, ой-ой-ой, нет, еще рано. Так где там ближайшая река? О, как раз к югу где-то будет. Так, и где? А, почти от края озера. Ой-ой-ой. Так, черт, пошли вниз уже. Они реально охренели. Только эти тут что-то стали водиться. Не понимаю. Что случилось? Почему они такие? Так, ну, эти рэи быстро исчезают. У сарогов тоже не то чтобы прям слишком много здоровья, к счастью. О, по 7 ударов уже делает. Мисидия. Давайте купим сразу пару штук. Кстати говоря, было сколько? О, на 14. Неплохо так. Так. Ну, броню я не думаю, что буду им покупать.
Ледяной щит. Ну, у меня такой есть. Щитами у меня сейчас никто не пользуется. А, ну это воскрешательная вещь. Так, гостиница где-то тут. Вот она. Так, 246 гилей. Выдвигаемся против Паламеции. Кто охренел, что ли? Кстати говоря, если посражаться вот здесь, вот, вот на этом где-то полуострове, то, насколько я знаю, есть шанс встретить существо, с которым мы прямо сейчас будем общаться. Хм, это уже старое знакомое. Ну, связь, конечно, не особо задевает, но Марии, по-моему, огня нет. Да, связь, конечно, заметно слабее. Хотя они вообще... Эти связники сами все слабаки те еще. Слабейник только Гордон. Ну, как раз хватило одной партии атак на эту кучу неадекватного народа. Да вы охренели. О! Повысились навыки. Копье 8 уровня. Обалдеть. Ох ты, у Марии уже почти 9 уровня палка. Как и у Гая топор. Это я сейчас вот эти вот слизни забил чисто рукопашкой, потратил время. Видимо, сработало. Именно это мне на пользу. Так, а, мне даже никуда не надо идти вбок. Точнее, наоборот, на север, не только на запад. А, браконьера. Ну, не браконьера. Еще всякие пираты. Я думаю, с этим тоже Гордон должен справиться. Учитывая, что лук-то у него покрепче. И он еще сам научился немного им пользоваться. Кстати говоря, слизни вообще самый такой хороший вариант, чтобы прокачивать на одной битве много уровней оружия. Потому что бьют не сильно. И он сколько... Ну, хорошо так прокачалось, в общем. Так, ладно, хватит. Пойдем на юг. На север, хотите сказать. А. Помню, когда я их очень боялся. И когда ради них готовил себе заклинание льда. Сейчас им пришла пора меня бояться. Вот именно поэтому. Нормально так. Троим героям дали здоровье. Колизей. Первый этаж. Вы... Да будет эта битва славной. Победитель получит Хильду, принцессу Финна. Бегемот.
А, он вообще слабак. Для меня. Я думал, он вообще сейчас опасен будет. Ну, это сейчас не сработает, конечно же. Хм, только на Гордона. Кстати, этот зверек довольно крепкий, по-моему. О! Том-то-ру-пом-пом-пом. А, нет, показалось. Быстро зарезали его. О! О! Славная битва! Теперь позвольте мне предоставить вам вашу награду. Это ваш шанс убить императора. Вот ваша награда. Награда за покровительствование восставшим, Фирион. Хм. Брось их в камеру. Замечательно. Так, девятурный, кстати, уже. Крепкие железные врата блокируют проход. Опа. Здрасте. Ничего себе он его развоплотил. Это то, что спасли меня из шахт. Я оплачиваю свои долги. Теперь убирайтесь отсюда до того, как они вас поймали. Хм. Отлично. Ох ты ж. О, спектры. Ох ты, погодите. Спектры — это же те самые опасные, по-моему. Ой, ё. Хе. Беда. Никогда спектров не любил. Представляете, если бы я не прокачался, и вот это заклинание сейчас на всю команду сработало. Была бы беда. 8 ударов. Неплохо. Да, уровень магии недостаточен для того, чтобы излечить окаменение. Так, где? Все-таки Гордон нам полезнее будет в живом состоянии. О! Эликсир, коттедж, эфир. Это ассортимент самого дорогого магазина товаров. Да вы охренели? Сон. Да вы чё? Короче, ладно, не буду его воскрешать, уже бесполезно. Вообще бесполезно, просто... Просто беру так и меняют. Каждый бой. Да, это не помогает. О, у него уже 5000. У этого уже 6000. Что-то я это прозевал. О! Эти маги, я помню, довольно хороши. На начальном этапе. Сейчас они вообще слабы. Настолько, что... Страшно представить. Ну да, вот то разве что чихнуть и могут.
Никит своему урону зашло. Опа! А вот этих противников мы еще не встречали. Охренеть, они неприятные. Так, Мария сейчас, видимо, переходит на задний ряд, потому что хоть у кого-то мана должна остаться. Ё-моё, я забыл про то, насколько они неприятные. И Эфирину даже ману не дали. Так, она прячется на задний ряд, чтобы у нее ману не отожрали. Та-та-та-там, пар-па-пам. Ага, тут выход. Запомнили. Оу, далековато. Та-та-та-та. Антидот? Охраняется... Серьезно? Игра. Вот сталагмит, кстати. Новый враг. Ну, конечно, обалдеть. Наделали делов. Будьте. Будешь знать. О, отлично. Это, конечно, внезапно. Монстр, охраняющий суперсокровище. Антидот. Кстати говоря, простых противников тут я что-то не особо встречаю. И меня это радует. Сейчас здесь начнутся, да? Да. Не очень люблю этих противников. Хотя бы даже обычная атака с лука их убивает спокойно. Ни хрена себе. Опа. Хильда. Оу, ревенант. Здорово. Монстр, снимающий больше 1000 здоровья с одного удара. Жесткий такой противник. Конечно, у меня есть мысль, что чем больше у нас здоровья, тем больше он наносит. То есть как-то он какой-то процент нам делает урона. Но от этой мысли ни разу не легче. Там... Так, нет, в первую очередь... А, ну я все равно всех с одного удара завалю. Ух ты, спектры тоже такие же сильные могут быть. Не внезапно. Чей наоборот, внезапно. Чё это я? Та-та-тум, па-ра-па-па-па-пам. А, три спектра. Так, не надо меня усыплять. Я не хочу спать.
Здоровье? Шикарно. Так, железные ворота блокируют дверь. А, серьезно? Серьезно? Там-та-та-там. Да, я мог не обходить это все дело, а пройти так. Ну, как говорится, если бы я знал. Принцесса Хильда, держитесь, мы вытащим вас отсюда. Хильда, ты в порядке? Гордон, я не ожидал увидеть тебя здесь. Гордон, бери принцессу и уходите. Мы отвлечем внимание стражи, пока вы уходите. Спасибо, Фирион. Будьте осторожны. Ну? О, сон, трава. Эх. Могли бы и там секретный проход забабахать. А то почему нет? О, ядовитый. Ядовитый книга. Да вы охренели, да? Все нож не работает на меня. Ваша штука. Да выпадало. Так, кстати говоря. О, отлично, она теперь автоматически на палки переключается. Ох ты. Демоническое копье. Но мне нужно, чтобы у меня этот человек пользовался мечом. За троном можно спрятаться, оказывается. Ну да, собственно, здесь мы свое дело сделали. Так, ну давайте я сейчас доберусь до куда-нибудь. В общем, за кадром я дойду до Альтаира, и там начну следующую серию. А сейчас я потихонечку буду заканчивать. Сейчас только завьем эту нечисть. Ну, вот сейчас уже завьем. А, ну да, я забыл ее переместить. Да, в общем, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих видео.